Здравствуйте, дорогие сограждане. Вот я снова на Пьяцца Фрутты. Сегодня суббота, 23 мая. Открылись все бары. Открылись все бары. Все рестораны на улице, 1 метр дистанции друг от друга. Мои подруги, итальянки. Идем еще раз выпить. Хороший день, теплый. Наступило лето. Даже некоторые открылись некоторые пляжи сегодня около Римини. Полным-полно народу везде. Туристов нету, самолеты не летают, но очень много итальянцев. Я дышу вот так, потому что невозможно дышать. Но сказали, что с 1 июня можем по улицам ходить без масок. Потому что вроде новой вспышки нигде нету. Будем ходить без масок. Но все равно, когда будем заходить в магазины, будем надевать маски и перчатки. Есть перчатки пластиковые во всех магазинах, есть дезинфектанты. И это мои две подруги итальянки. Все болтают и болтают о чем-то. Я не очень-то люблю болтать с подругами. Из пустого порожнее все время гнать. Кика наконец-то открылась. Вы помните, я хотела купить лак, так как сняла ногти гелевые после 7 лет. Открылся Педроки, кафе, которые любили, бар, которые любили иностранцы и туристы. Открылся Педроки, полным-полно народу. Вот, Зара открылась, но сейчас уже 8 часов, все закрыто. Вот хотела вам показать, как Педроки открылся. Конечно, если были еще иностранные туристы, еще лучше было бы. Вот так мы все гуляем по вечерней Падуе, по вечернему городу Падуя, по-итальянски Падва. Вчера мы сидели вон там, пили аперитив в баре Санта Лучия. Один сприц и один американо. Слишком много. Сегодня целый день ходила ни рыба, ни мясо. Уличные музыканты. До этого он был с саксофонистом, что-то нету саксофониста. Сегодня пить не буду. А то целый день пропало. Завтра хочу опять поехать на море, поэтому сегодня алкоголь нет. Всем желаю здоровья, всем желаю фортуны, чтобы быстрее эта эпидемия закончилась, и что все мы начали друг другу наконец-то летать к друг другу в гости. Из России в Италию, из Италии в Казахстан, из Казахстана на Украину. Чтобы было все как раньше, как прежде.